Добрый день. Сегодня видео краткий обзор микроконтроллера LGT8F328R LQ FP32 Mini. Это, в принципе, аналог, как они пишут, Arduino Nano версии 3.0. Значит, данная плата имеет односторонний монтаж. Тип разъема Type типа C. Кварц посмотрел 16 МГц. Ну и специализированный немножко драйвер стоит на ней. Сейчас скажу, какой там микросхема. Вот она стоит. CH9340C. То есть может быть потребоваться у вас драйвер для данного контроллера. Но я тем не менее вставил его в USB, средствами FLProc запрограммировал, то есть FLProc поддерживает данный контроллер. Вот его видно, выбираем. Сейчас я сделал генератор, подключил его к 13 пину, задал частоту чуть быстрее, чем штатные обычно примеры, 1 секунду, и залил без проблем. Вот, загрузка завершена, и в принципе все работает. То есть данный контроллер поддерживается программой FLProc. Никаких дополнительных драйверов не пришлось устанавливать. Лично у меня все залилось и прекрасно работает. Но более детальные какие-то исследования с этим кристаллом я не проводил. Мне лишь хотелось проверить, поддержится ли он, как работает, залить в него скетч. Ну, единственное, что я хочу повториться, что мне понравилось то, что у него односторонний монтаж, то есть плата легко устанавливается на другую печатную плату. И все сделано с одной стороны. В принципе, нет никаких проблем, пока не вижу, для использования. Цена 126 рублей на сегодняшний день. Доставка там символическая, 13 рублей. Вот, в принципе, и весь небольшой краткий обзор. Так что пробуйте данный контроллер в своих каких-то целях. Ну, в данном случае мне еще понравилось, что тип C стоит как более надежный разъем, крепкий, не разгибается. Ну и более миниатюрный, чем тип B разъем. Ну и сейчас тем более все подошли смартфон в основном с таким разъемом, поэтому найти кабель нет проблем. Поставляется он без кабеля, и без гребенки, ну и без разъема. На этом все. Спасибо. Ссылочку на данный контроллер я оставлю. Может быть, есть у кого-то каких-то продавцов дешевле. Я не ставил задачу найти там самый-самый дешевый. Попался какой первый. Тот заказал и пришли ко мне. Залил, все работает. Вопросов нет. Спасибо. На этом все. Всего наилучшего.